Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в Oxygen Not Included, Oil Upgrade. И продолжаем бороться с недостатком кислорода, который у нас тут образовался за счет того, что у нас здесь пошли траты кислорода на поддержание вот сюда вот доков, экзокостюмов, да? А нам там нужен кислород, потому что мы уже практически до нефти добрались. Также у нас тут уже пленочники видны, что довольно важно, потому что они будут углекислый газ перерабатывать именно что в нефть. Поэтому давайте, мы тут практически доделали. Так, подожди. Газовый фильтр сюдымс. И там нам чё, выход? Так, подожди, а чё я тут не сделал-то? Вход-выход. Отсюда у нас, получается, пойдет. Так, по-моему, я тут неправильно запитал. Подожди. То есть сюда нам... Вот отсюда должен быть выход. Я вот это вот неправильно сделал. Само собой. А, получается, нам нужно газопровод. Вот здесь вот отсечь. Давай. Да, получается, немножечко переделал. То есть у нас отсюда пойдет кислород и все прочее сюда. А водород пойдет вот сюда. И то есть здесь мы делаем какую настройку? На водород, само собой. Да, вот водородик. Все, welcome. Нет входного, подожди. А, ну вот здесь я еще не соединил. Само собой, вот здесь вот еще соединить. Это у нас вход, это выход. Это они у нас соединят. Сделать это надо максимально быстро. Потому что откачки-то нет. Так, и что у нас там за максимальное давление газа еще до кучи? А, у нас откачки никакой выкачки не идет. Ну окей, сейчас они проснутся, пойдет. Также у нас, кстати, летает светлячочек по базе. Ну и мы до нефти сейчас так или иначе доберемся. Я изначально думал как-то там керосин сразу выводить напрямую и типа его сразу в пластик перерабатывать. Но в итоге решил прийти к такой... Ну, дошел до такой мысли, что лучше мы, наверное, будем отдельный резервуар под керосин делать, его наполнять. От этого будет кое-какого рода профит. Тут мы давай закроем. Это важно. И у нас пошла подача кислорода. Да, отлично. Давай подождем теперь, пока у нас помещение полностью наполнится кислородом. Ну да, у нас тут такие определенного рода проблемы. И вот углекислый газ нам надо будет где-то откуда-то откачивать, я думаю. А тут у нас что? Ну, здесь потихонечку наполняется водой. И да, мы водяной насос как бы заменим. Сделаем его из амальгамы, безусловно. Ну или как так называется, это руда. Чтобы у нас было тут все хорошо и он не разрушался. Он практически разрушился. И, кстати, важный момент. Мы же отхожие-то эти места можем снести. Нам особо ни к чему. У нас же есть вот эти вот места, как бы, да? Тут автоматика, все дела. Пускай они туда лучше ходят. Что у нас с кислородом, по идее, должно это все достаточно шустро наполняться. Плюс-минус, да? Ладно, какое-то время наполнение займет. Здесь у меня чересчур холодно, я уж так подозреваю. Ну ладно, сейчас кладодых. Нормально это все разрулит, по идее. Тут постепенно батончики мутим. И пока что они все это делают, мы здесь дополнительно еще одну комнатку для еще одного нашего дубликанта сделаем. Потому что как-то негоже так жить дубликантиком. Так, он сразу приступил к работе какой-никакой. Такс. Подожди, здесь мы вот так сделаем. Пневмодверь сюда поставим. И сразу же задумаемся о декоре. Сверху нам надо будет, безусловно, вот это все тоже вырыть. Делаем сразу же сюда декорчик. Не, по идее все нормально. То есть сюда вот это встанет. Сюда две картины встают. Мне показалось, что все у нас не уместится. Все более чем уместится. Удобная кровать у нас в скором времени тоже, по идее, появится. Не стоит... по этому поводу переживать. И пускай они тут делами занимаются. Вообще надо приоритет, наверное, на базе пораставить. Посмотреть, как они тут расставлены. Но теперь наши дубликантики хотя бы вот в эти продвинутые уборные начнут ходить. Это уже неплохо. А здесь помещение вообще можно освободить и сделать что-нибудь другое. Ну и также с наукой мы уже по сути разобрались. Ну не по сути, мы, да, а мы разобрались определенно точно. Поэтому сносим вот эту тему. И сносим вот эту тему. Они нам только место занимают. Сейчас будем придумывать, что нам вот здесь вот делать. Что за комнатку. Здесь я выкопал
холододых, чтобы нормальная температура выставилась. И, быть может, еще одно мучное дерево посадить. Хотя тут температура довольно-таки высокая. Подойдет ли она для мучных деревьев, либо грибные делать. Слушай, вообще бодрая температура. Прям бодрая. Где нам грибочек-то выращивать? И так, чтобы еще углекислый газ был. Да, насыщение кислородом идет. Ну, у нас не супер все с обеденным вот этой темой. Давай-ка мы ее немножечко, наверное, тоже подредактируем. Надо что-то с этим делом придумать. Ну и думаю, пришло время взять еще одного дубликантика. Так, секунду. У нас, по-моему, другие были на выбор. Или что, не поменялись? Хотя ладно, тут у нас иммунитет есть, копание, медицина есть, творчество чуток. Сойдет, давай мы тебя, Макс, распечатаем. Кроватка тебе практически уже сделалась, а нам единственное, что тут надо где-то уборку провернуть. Тут уборку провернуть. И столовку нам надо сделать нормальную все-таки. Без этого никуда. Давай мы здесь вот лучше тогда столовку перенесем. Вот это снесем. Здесь вот мы столовку где-то организуем. Главное сделать это, опять же, нормально и красиво. Нет, это низковато. Так, это туповато слегка. Жди, что ты делаешь-то? Так, раз, два, три, четыре. Четыре блока, нормуль. Пожалуй, вот так. Сюда лестница. И сверху. Вот так, вот это все, пожалуйста, проройте нам. Тут мы столовочку-то и организуем где-то вот здесь. Получается, это как у нас будет выглядеть? А, обеденные столики, нам сколько их? 8 аж надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Короче, прям серьезно, да? Кучу-кучу картин поставим. Прям уж вот так серьезненько, да? Ну-ка, кучу-кучу. Сколько влезло? Одну скульптурку сюда по центру. Так, воздух сюда уже у нас, получается, будет проходить. В принципе, прекрасно будет. Сюда, тем не менее, газопроницаемый блок. Сюда тоже. Для пущей лучшей циркуляции. Сюдымс. И пневмодвери. Перекрывать это нам особо нет смысла. И тут еще один столик может разместиться. В принципе, мне пока что такой кухонки должно хватить более чем. Тем временем наши дубликантики пытаются, по крайней мере, сюда рыть. Это уже неплохо, потому что здесь, как мы видим, довольно неплохо так нефти. Ой, нефтяная скважина, только заметил. Прикольно, мы ее, конечно, можем разрабатывать, но, наверное, мы поначалу будем жить за счет той нефти, которая тут есть. И также попытаемся как-то вот этого пленочника в оборот пустить. Здесь тоже углекислый газ. Так, что-то вы как-то не особо рветесь сюда, да, я так посмотрю. Давайте, давайте. Где-то мы будем емкость под керосин делать. Вообще надо какое-то помещение где-то тут организовать. Возможно, здесь. Сколько там места вообще занимает генератор этот? Или как он называется? Давайте сейчас поищем. Как же ты называешься? Вот это у нас есть нефтяная скважина. Очистка по любасу. Да. Нефтеперегонная установка. Фишка в том, что на ней, ну, должен быть... как бы дубликант, который будет работать постоянно. В этом как бы минус. То есть мы где-то здесь, наверное, комнатку сделаем. И от этого плясать будем, я так думаю. Но им пока что надо сюда дорыться. Тут им в костюм не особо, ну, особо ничего не грозит. Это круто. И заодно... О, нифига себе. Две нефтяные скважины. What the fuck, Вячеславович. Вот еще тут нефть. В первую очередь буду сырую нефть перерабатывать, потому что скважины... Это довольно большие траты воды и так далее. Поэтому пока просто нефть. И попытаемся как-то, как я уже говорил, с пленочниками повзаимодействовать. Надеюсь, все будет у нас неплохо. Наконец-то решил стаскивать отсюда уголь. И у нас угля 40 тонн. Короче, вполне себе приличный объем. Здесь у нас уже все в кислороде. Вполне себе ожидаемо. Так, а он все переработал? Да, ему на склад надо что-то затащить, короче, я так понимаю. Чего у нас очень много. Осадочных пород. Давай на девяточку стаскайте. Плюс я тут еще одного изолировал внезапным образом.
Он тут бегает, жрет пока что те ресурсы, которые у него есть, пускай он их хавает, перерабатывает в уголь. Потом мы как-нибудь ему комнатку оборудуем. Сейчас нам главное, чтобы вот этот склад наполнили в очередной раз. Потому что пока что у нас основное топливо это все-таки уголь, как-то не крути. Холододых мне приходится периодически выкапывать-закапывать. Такая вот несовершенная система. А то иначе наши мучные деревья просто загибаются. Такс. Я по-прежнему пока что вручную это все контролирую, что поделать. У меня такое ощущение, что с тобой что-то не все. Хорошо. Голодный, звенит в ушах. И какая-то придурковатая рожа. Это как-то, видать, связано, я не знаю. Так, давайте на склад побольше. Вот 20 тысяч этих закидывайте, было бы неплохо. Почему ты на полу жрешь, мне вот интересно. Когда у нас 8 столиков вполне себе и есть. С кислородом все хорошо. Так, ладно. Че вы куда носитесь? Ага, не отсюда, короче, вулканическую эту породу берут. Ну, понятно. Такое себе. Ладно, полностью стаскивать не будем тогда. Ну, давай. Уберем приоритет. Закроем. Ну, нафиг от греха подальше. Ну, немножечко закинули, пускай пока что работает на том, что есть, я думаю. Температурки возле нефти, конечно, такие себе, да? Практически 80 градусов. Это горячо. Это очень горячо. Хорошо, что наши дубликантики лазят тут именно что в костюмах. И, блин, тут надо как-то что-то, короче, придумывать. Фишка в чем? Нефтеперегонная установка, она еще будет выделять природный газ во время работы. Это стоит тоже нам учесть. Мне не очень нравится, что у нас тут еще вот эта тема. Хлор тут повсюду. Как-то вообще не айс. Может, нефтеперегонную вот сюда куда-то поставить? Давно, наверное, пора нам сюда вот как-то зарыться. Так природный газ куда-то еще как-то девать. Я думаю, да. Да, я думаю, да, мы все-таки, наверное, здесь и сделаем комнатку. Все-таки. Из чего я там делаю? Песчаник. Ну, это не суть, наверное. Здесь просто комнатка нужна. Довольно объемная. Раз, два, три, четыре. Довольно объемная, довольно высокая в целом. Но комнатка. Чтобы природный газ у нас там скапливался. Если что, мы его потом будем откачивать куда-нибудь. Здесь у нас будет нефтеперегонная эта установка. Одна, я думаю, одну вначале как бы достаточно будет. Откачивать я тут ни черта не смогу, однако. То есть мы даже еще ниже сделаем. Хотя сильно ниже я тоже делать не могу, потому что не хочу с хлором пересечься. Это мне не на руку абсолютно. Температуру мы изолируемся от внешней. Здесь пневмодверь, здесь роем. Как-то вот так. Ну, здесь лестница по любасу. Получается, у нас будет, чтобы это все как-то разрыть. Типа того, короче, посмотрим, что получится. Как у вас тут успехи. Практически добрались до нефти. Тут надо будет устанавливать насос. И да, вспомнил про то, что она еще тепло выделяет. Не супер катастрофически дофига, но все же лучше, наверное, ее сделать из амальгама золота. Вот из этой фигни. Как-то так, наверное. И пускай они у нас потихонечку тут этим тоже делом занимаются. Как тут успехи, тут уже практически. Ну-ка. Практически добрался до нефти. И здесь нам что придется делать-то? Блин, тут не очень удобно нам сюда как добираться. Куда нам насос тут в бодяжу сделать? Блин, придется тут, наверное, где-то или что? Это уже нефть тут вылилась. Ну, пока что, наверное, здесь водяной насос сделаем из амальгамы, вот из этой. Сюда его бахаем, какие у нас варианты. Из вулканической породы делаем трубу, наверное. Ну, труба тут, слушай, довольно далеко пойдет. Чик. Здесь вот не должно быть пересечений с этой трубой. Это у нас вода. Это, собственно, две разных трубы. И сюда должна прийти, получается. Жесть. Короче, много им работы предстоит. Тут вот у нас интересным образом вода тянется, конечно. Прям нормально. Как-то хитро это у нее получилось. Опа, слилась. Нормально, нормально. Водичка себя ведет.
Ну ладно, бывает. Здесь бы я, конечно, морозной пшенички бы посадил где-нибудь. Она у нас чертовски долго растет. Поэтому, наверное, стоит... Так, тут загрязненный кислород у нас завелся. Поэтому стоит, наверное, где-то тут озаботиться о этой ферме. Но, блин, не до этого сейчас. Мы, в принципе, питаемся плюс-минус всяким дерьмом, конечно. Но хочется все-таки начать нефть перерабатывать, а потом уже думать будем о пропитании, потому что энергия нам как-то ни крути нужна. И нужна довольно-таки скоро и в больших объемах. Поэтому вот здесь мы это делаем. И здесь где-то будем сейчас резервуар тоже придумать под керосин. Я думаю, потом из него уже черпать куда-либо. Да не куда-либо, там только на производство, по идее. Просто я не хочу, чтобы у нас один дубликат был непрерывно привязан к нефтеперегонной установке, чтобы он мог наделать керосина, а потом его черпать и как бы пускать в дело. Думаю, не помешает еще, кстати, парочка стильных костюмчиков, а то у нас нового дубликанта без стильного костюма. Поэтому, ой, ёпта, какие нерадостные из туалета выходят. И прикольно, вот эта раковина работает. И у нас, кстати, загрязненная вода потихоньку копится. Такое. Я по-прежнему нигде рядом как бы не наблюдаю... Кстати, вот еще комнатки. Блин, столько дел. Не наблюдаю гейзеров природного газа. И это немножечко удручает. Но тут внизу их нету. Они, скорее всего, там где-то вверху. И их там надо искать. Так, тут мы провод не подключили. Ну, там мы еще не все достроили. Поэтому такое, да? Тут у нас достраивается. И здесь вроде бы температура будет высокая. Поэтому нам надо чувака назначить конкретно в хорошей и нужной одежде. Подожди. Давай-ка. Теплый свитер. Что он делает? Защищает носителя от холода. Не то. Защищает носителя от высокой температуры. Вот его, наверное, сделать. Так, банки сломалась. Кому-то конкретно назначим, короче, эту работу. И он пускай работает. Или не получится. Что с банки вообще беда. Давай отмену, давай стильный костюм один сделай. Или мы что сделаем? Мы можем еще хитрее поступить на самом-то деле. Ну-ка, где у нас там... Наука. Контрольная точка. Да, здесь, чтобы костюмчик сделать и все. Я не знаю, насколько это нужно, но давайте перестрахуемся. Один сделаем дополнительный костюм. И один стильный костюм там, пожалуйста, да. Все, пошла работа. Короче, далеко идущие у меня планы. Я тут, чтобы здесь постоянно не садить хладодых, решил здесь его посадить и вот здесь посадить. Здесь нам понадобится еще один угольный генератор. Просто по той простой причине, что нефтеперегонная установка жрет 480 ватт. Согласитесь, дофига, когда угольный генератор всего 600 вырабатывает. То есть нам отдельно прямо он понадобится. И он понадобится именно, короче, для нефтеперегонной установки и для вот этого водяного насоса. То есть нам тут надо где-то еще отдельно трансформатор бахнуть. Кстати, хороший вопрос, как там тут электроэнергию-то прокинуть. Я думаю, сюда вниз как-то надо прокидывать-то дело. Как-то лучше-то сделать. Хороший вопрос. По идее, что мы можем? Мы можем вот тут где-то батареи разместить. Либо же вот сюда пойти. А чё бы нет. Короче, ладно, планов что-то очень много. Реально все сложно и не так быстро сделать. Пускай они у нас вот этой комнаткой занимаются. Здесь, я надеюсь, достаточно будет охлаждения. Плюс мы можем все-таки еще один хладодых сюда загнать. Но тут немножечко надо напрячься. О, у меня еще и стресса много, да, харым, наверное, столько указаний раздавать. Они от этого дела стрессуют. У меня каким-то чудом этот водяной насос пока что работает, я в целом не парюсь. В принципе, пускай, да, фигашит. Я его включил, чтобы у нас тут наполнение произошло вот этого резервуара. Здесь дополнительно складов бахнул. Давай копируем настройки. И, скорее всего, вот это помещение под склады-то и уйдет, потому что складов все больше и больше нужно. А сюда, я думаю, чтобы чувачок у нас тут мог нормально на нефтеперегонной установке работать и особо суперлюто не стрессовать, мы все-таки сделаем как? Наука. Контрольная точка. А нет, жди. Сначала док. Док электростанции. Экзокостюмов. Контрольная точка. Наверное, как-то так. Наверное, как-то так это должно получиться. Кислородик сюда у нас будет заходить.
И энергию мы сюда тоже зацепим, не парясь. Чпыньк. И по идее вот так это все будет работать. У нас дубликантик, который будет забегать, будет надевать костюмчик и работать в костюмчике, чтобы особо супер не стрессовать. Потому что тут перегрев и все прочее, там дышать будет сложно здесь. Короче, такая комнатка малоприятная. В костюме, в экзокостюме должно быть, по крайней мере, несколько получше, я надеюсь. Ну и водяной насос нам надо подключать. Короче, надо думать с этой темой. Короче, над стольким надо думать, это просто какой-то трындец. Но этим и интересен Oxygen Not Included. Забыл совсем про вот этот костюмчик. Так, подожди, про костюмчик я говорю. Стильный костюм. На ком у нас стильного костюма нет? На Максе, само собой, на нем и не может быть, потому что он последний к нам пришел. Так, банки Ада в туалете сходили, в технологичный. Все у них в этом плане как бы неплохо. Кто у нас? Ада стрессует больше всех почему-то. Чем у нас вообще Ада промышляет? Здесь достраиваем эту комнатку. Такс. Ну и здесь. Ну здесь, я думаю, кстати, мы запитаем все-таки в ту систему, потому что там еще норм. Тут, наверное, амальгаму тоже. Что температуры высокие, провод здесь надо все-таки, наверное, хороший прокинуть. Ну а дальше мы уже железной рудой поведемся. Чтоб провод у нас постоянно не перегревался, да? Короче, такая тема. У нас тут Ари работает. Так, что у вас там по кислороду? Не, это вода. С кислородом все норм. И на базе у нас в целом все более чем хорошо с кислородом. У нас теперь две комнаты с электролизом, гидролизом. Вот. Но в этом плане тоже все путем. По стрессу. Вот здесь вот. Хотя здесь, наверное, вряд ли что-то нас спасет сильно от стресса. Единственное, что надежда на костюмчики наши. Только вот на них. По крайней мере, у нас шикарная столовая. Ну, достаточно неплохая, по крайней мере. Здесь и по декору все хорошо. Вообще у нас тут все хорошо по декору. И надо позаботиться о том, чтобы им было что перерабатывать на самом-то деле. Что там перерабатываешь? Осадочная порода тут имеется. Уголь 6,5 тонн уже переработал. Прекрасно. Вот у этого парня кончилось все. Надо ему нормально тут сделать, как бы, чтобы было, да? Что у нас тут? Тут нас доделают это помещение, тут мы будем керосин копить, стараться. Так, убрать на восьмерочку, давайте нам тут все расчистите. Текс. Здесь тоже все хорошо. Так, природный газ, нефти тут в принципе имеется. Отсюда мы можем просто сырую нефть как бы выкачивать и выкачивать, пока не заморачиваться с нефтяными скважинами. Чуть позже будем ими заморачиваться. Ну и пока что тут еще предстоит не кисло так поработать нашим дубликантом. Тут дополнительно ветку сделать с отдельным трансформатором. Провод. Максимальная мощность 1000 ватт. И статус провода. То есть, ну, мы не используем необходимую мощность максимальную. В принципе, и здесь. Но тут больше ресурс свободного. Поэтому можем сюда еще впендюрить. Ну, я уже впендюрил вот этот вот водяной насос. А уже вот этот док экзокостюмов я так решил. И нефтеперегонная установка у нас на отдельную ветку ляжет. И, скорее всего, там потом еще что-нибудь запитаем в эту ветку. Тут, скорее всего, отдельно еще будут комнатки какие-то. Посмотрим, как получится, как пойдет. На этом же пока что всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока!